Здравствуйте, друзья, с вами Игорь, это Игра во робот. И сегодня речь пойдет о роботе Немезис с оружием ВАСП. Поговорим коротко о роботе Немезис. Значит, сам робот уникальной серии Пантеон имеет способности Ретрибушион, активирует щит, а затем стреляет из встроенного оружия. Поглощенный щитом урон усиливает встроенное оружие. На время действия щита скорость движения снижена. И способность Абсорбер. Непробиваемый щит, способный поглотить неограниченное количество урона. Единственное, есть способность активная, щитбрейкер, которая может этот щит пробить. Но эта способность должна быть установлена на роботе противника. И тогда раз в определенное время можно использовать эту способность. Перезарядка этой способности у Немезиса 8 секунд. То есть каждые 8 секунд он может активировать свой Retribution и Absorber. Максимальное усиление урона на 100%. То есть если кто-то стреляет по роботу во время действия его способности, его урон усиливается до двухкратного. Дальность встроенного оружия 500 метров, понижение скорости на 20%. Оружие ВАСПы – это тоже оружие, обладающее уникальной способностью DOT, которая наносит урон уже даже после попадания по противнику в течение 5 секунд. Наносит 270 урона в секунду. Мое оружие 6 уровня. Значит, робот у меня 7 уровня обычный и ВАСПы 6. Пилот у меня легендарный и имеет повышенную скорость. Пока так. Стоит у меня лечение на модулях, Last End и усиление ХП. Увеличение ХП. Значит, пойдем в бой. Поставим бусты. И сходим в бой. Посмотрим. На мой взгляд, робот универсальный, можно для любого боя его использовать. И, наверное, можно начинать с ним. Единственное, что он не очень быстрый, но и не самый медленный. Поэтому, если в команде есть быстрые роботы у союзников, то, в принципе, этим роботом можно подтянуться. И как бы оказать помощь в удержании занятого маяка. Или в этот маяк, если уже заняли противники, то помочь его отобрать. Идем на центр. А что такое скачет прицел, бля? Вот. Способность такая у меня. Абсорбер. Помогаю как могу своим союзникам. У меня такое ощущение, что меня никто тут и не видит. Делаю, что хочу. Так, пошел противника. Вражеская равана пошла на захват. Сейчас мы равану отдадим. Ух, не потерял робота, меня заморозили. Так, вот наш робот быстрый пытается захватить маяк. Будем помогать. Сейчас как раз, по-моему, вот эти ракеты, они пробивают таких бронячих роботов. О, отлично, они их сливают. О, а ВАСПы добивают. Даже если так вот. Высовываться, конечно, наверное, нежелательно будет. Так, да. Как робот поддержки, он идеальный. Так, вот сейчас летят эти... Так, сейчас зарядится моя способность, и я выскочу опять на него. Так, как-то у нас по очереди захват этого маяка идет, то противник, то мы... Ой-ой-ой, пойду я здесь сейчас разберусь.
Здесь сейчас займу маяк. Все, разобрали моего робота. Так, сейчас нашего уже маяк захватит, так я появлюсь, помогу. Не, наверное, не успеет. Шел я с Церберусом. Или, наверное, на центр. Или на боковой маяк вот этот надо. О, сейчас мы вот этого спалим. По-моему, он мне тогда и подпортил все. Этот робот. И успел спалить этого. Вау. Меня убили. Убьют этого, интересно, лича или нет. Если его убьют, то займут наши маяк. Я могу успеть здесь появиться. Так, есть. Тут, наверное, нет, наверное, тут один наш, надо помочь. Пойду здесь. И сейчас эта вся толпа приберется на этот маяк. Ой-ой, пытаются поджарить. Игра подлагивает. Так, ну то он сейчас если взлетит. Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас он мне щит подзарядит, и я ему полностью это все дам. А, он запрятался. Так, ну сколько мух я ему снял. Так, храбро я сражаюсь. Но что-то у нас не везет там. В нашей команде. Разбираю титана. Сзади он меня не видит. Поэтому роботу надо гасить. Все, мы проиграли. Интересно посмотреть статистику. Ну так неплохо я воевал. Не хуже всех. Третье место. 6 уничтожил, маяков я не занял. Робот поддержки. Ну, как мог, удерживал, помогал удерживать маяки. Так, сходим в бой. Так, в принципе, робот неплохо играется. Я думаю, если его подвыкачать, будет отличный робот. Будет отличная сборка. О, как раз смертельная битва. Робот, в принципе, с оружием на 600 метров. То есть, можно не вылазя стрелять по противнику. Ну, 500 метров надо подойти, чтобы нанести урон способностью.
щитом, если что, можно прикрыться всегда. Раз. Ой-ой. По мне попали. Ага, летает этот раздаватель понижения урона, комар. А там паук лазит, который тоже урон понижает. Райкер. Хороший робот, конечно. Сейчас, если он вылезет, то я ему немножечко наваляю. Так, по нему надо вылазить со способностью. Если повезет, что я включу способность, и он вылезет, то не повезет ему. О, планирует вылезти. Он не видит, что я со способностью. Ага, нет, спрятался. Так, вот что-то ему там по чуть-чуть снимаю, но надо вот тому роботу. Ага, он там лазит кое-кто. Хочет по мне стрельнуть, но, наверное, расстояние ему не позволяет. Все-таки я далековастенько от него. Заряжайте, заряжайте мне щит. О, сейчас. О! Наконец-то я потом Райкеру провел урон. Сейчас мне пужички отойдут после всего этого дела. Либо не успеваю ушки. Ушел. Видите, как потихонечку. Я так довольно долго этим роботом здесь поддамаживаю. Хорошее место занял. Сильно не высовываюсь. Так, только боюсь, что ко мне тут гости хотят зайти с флага. Так. Да, идут тут гости ко мне. Сейчас надо текать от этого окошки. Сейчас он немножечко неудачно приземлится. А? И я его тут поддамажу чуть-чуть. Сейчас у меня еще раз щит зарядится. Главное, чтобы он только не взлетел. Ты, робот, там уже половину боя держусь практически. Отличный робот. Все хорошее оружие вот это, ласпы. Это еще уровень не выкачанный практически. Так, идет он, по-моему, Наташа. Ну, Наташа, смотрите, это тяжелый робот, в принципе. Оно наносит по площади это оружие урон. То есть ракетная. Можно стрелять не... Если робот прячется за препятствием, можно, в принципе, смело стрелять по нему. Так. Там бронячий этот тыр. Кстати, тыра классно пробивать. Этого оружия. Во-во-во, он пробивает его. Так, подлечимся.
Слушайте, еще будет интересно, если получится весь бой на нем отыграть. Ой-ой-ой, надо отходить и включать хилку. Я хочу попытаться этим роботом еще поиграть. Замедляется, да, он замедляется, робот. Полетим уже титаном. Здесь хорошее местечко, можно найти, в уголочку спрятаться и отстреливать всех под самого, по-моему, под вражеских этих невесть. Ой-о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 й
Далеко-далеко не достаю. Надо вот здесь прятаться, потому что меня там разберут просто. Потеряю машину. Ух ты, есть. Вот они тут вылазят, да? Беспредельщики их получают от меня. У меня сопротивление урона усиленное, когда на земле. Вот взлетим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зря я взлетел. Разобрали меня. Так, к нему тут пойти. Пойду, наверное, вот этим роботом. И можно урон как бы из-под тишка наносить. Бля, отдохни немножко. Вот этого робота надо зацепить. Он не ждет, что его сейчас, я думаю. Он не ждет, что его тут сейчас. О, чуть-чуть урона прошло. Зато сам не подставляюсь на урон. Тут прячусь я. Да, они активно наступают, но... Так, надо как бы тут вот так вот подлететь. Урон прошел. О, есть. Так, надо прятаться. Вот так вот, раз, сейчас мы по нему. О, замер. Лещу хана тому. Так. Прятаться, прятаться, прятаться. А сейчас он приземлится, и мы его поджарим тоже. Он же вечно летать не будет. Есть, ХП ему так хорошо снял. Так, надо прятаться отсюда из-под... Там по мне ведет прицельный огонь. По титану поясниму. Есть, получи. Ой-ой, и я получу. Сейчас он сядет. Так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Титан. Во. Вот это победа. Красивая победа. Роботом я... Немезисом держался очень долго. Сколько я тут настоял? Во, отлично. Первое место. 4 робота уничтожил. 1 656 000 набил. Против кого играл я?
Даже против более сильного чемпиона играл. 5000. У меня тут мастера. В общем, такая хорошая победа. Что тут у нас есть? Ага, просмотр видео. Особая поставка. Давайте откроем 3 особых поставки, 3 контейнера. По 100. 1. Нуклеон. 2. Еще раз нуклеон. Ну, еще раз и будет целый нуклеон. Атомайзер. Все, больше нету. В общем, одни запчасти выпадают. Не выпадает ничего целого, к сожалению. На этом заканчиваю видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик. Всего доброго, до свидания.